Новая покупочка для ногтей – это лампа для сушки. Давайте покажу вам ее. В общем, она вот так выглядит, с дном, дно съемное. Вот. Она мощная, в принципе. 120, по-моему, там написано было где-то. 120 мощность. Подождите, где тут? Где-то было написано, не помню где. Ладно. Единственное, что провод коротковат. Такой провод. Мощность. Ой. В общем, вот такая. В принципе, обычная. На маникюр, если ходили, наверное, видели такую лампу. Дно съемное, вот такое, лампочек. Тьма. Вот так все это выглядит. Ну, видели, наверное, обычная лампа. Я вот думаю, может быть, сюда наклеить зеркальную пленку, чтобы лучше просушивалось все это дело. Такс. О, 10 секунд. Светит супер. Смотрите, как отрасы, надо ногтями сегодня заняться. Так, выключаем. 30 секунд здесь у нас. 60. И тут чего? 99. По кругу или как? Ну, в общем, вот такая вот лампа. Надо ее протереть. Ой. Автоматически тоже работает. В общем, классная лампа. Так что вот так вот. Вот так вот. Котя. Ну, так, затестила лампу, все уже укрепила. Буду сейчас делать покрытие полностью. Ну, то есть длину маленечко нарастила. И тот гель, который был, говорила, плохой, якобы, он нормальный. Оказалось, что лампа просто вышла из строя. Вот, сейчас здесь попилю. Дома доведу, потом буду укреплять полностью ноготь и потом покрытие делать. Вот, пока делаю вот длину, видите? Вот, пока все страшненько, но будет красивенько. Длина будет вот такая, не длинные, квадратные. Все, я закончила. У меня такой вот французский маникюрчик. Тут маленечко запорола для путикулы, но... В общем, такой вот у меня маникюрчик получился. Маникюрчик. Что за хлеб? Хлеба нету. А делать лень. Смотрите, красивая. Слушайте, как на улице-то потеплело. Вообще теплынь. Лето, можно сказать. Красота. Ну, наверное, градусов минус 10. Я пошла за хлебом, что дома хлеба нету. В общем, надо сделать променад маленечко. Тут засиделась с ногтями сегодня. Решила прогуляться до магазина. Время-то я вам скажу. 10 часов. Перед сериалом решила быстренько сбегать. 20 минут осталось. Машины. Ни одной машины нет на это, за магазина. Больно, можно без варежек идти. Руки не морем. Мне что, блин, на подбородке почти полазили. Ох, это от крема. Крем у них, кстати, был горы. Или крем назову. Хорошо, руки не мерзнут, класс. Что тут с хлебом? Ну, вот у нас, видите, такой вот хлеб. Льняной вот есть. Последний раз я такой брала. Вроде ничего, но мне кажется, он не зерновой. А темный, конечно, но... Вот этот вкусный кефирный и ремесленный. Вот его можешь взять. Блин, не знаю, что делать. Причем я возьму, наверное, этот чиабатту. Либо вот такой багет я еще беру. Все, что я взяла. И, конечно же, авокадо. И новый маникюр. Новый маникюр. Какой красивый у меня. Вот, хлеб. Хлеб
Зерновой написано. Что там? Ремесленный зерновой. Это у них, кстати, новинка. Не было такого зернового. Он темный, он очень вкусный. Особенно если его в духовке разогревать или на сковородке пожаривать. Вот. Молоко. 2,5% взяла. Так, воды хочется попить. Надо налить себе стакан. Авокадо. Выбирал. Кстати, они недавно у них лежат. Наконец-то вот более-менее созрели. Вот. Сегодня делал целую сковородку плова. Потому что я его, знаете, две порции съела. Прям большие, огромные. Дорвалась, как говорится. Достала остатки роскоши. Ну, это я завтра есть не буду. Пацаны сидят. Это, наверное, одного порцию, ну, или поделят. Мяса прям много, прям очень много свинины. Целая вырезка ушла сюда. Прям сколько там? 0,5 килограмма, наверное. Тебе чего? Тебе еду дали, вон, иди ешь. Может, попить водички? Водичку будешь? Ребята, у нас наконец-то тепло на улице. Погода шепчет. Выходные обещают быть очень теплые, минус 6. И мы, наверное, пойдем на каток кататься. Обычно свой маникюрчик. Сижу каждый раз, смотрю, но ну, приятно, когда маникюр такой свеженький. Постоянно на него смотришь. Надо маслом еще кутикулу смазать, а то пальцы сухие. Кутикула сухая. Хоть и обрезала лишнее. Вот. Конечно, не идеально. Я вот вижу, что я не идеально делаю. Еще тем более левой рукой правой, когда делаешь так вообще. Но иногда, знаете, интересно повозиться. Ладно, я уже вам про это говорила. По 100 раз не буду говорить. С Роспотребнадзора еще ответа не было. Мне, кстати, писали в комментариях, я читала какой-то комментарий, писали, что продай на Авито это платье, либо разыграй, сделай конкурс. Ну, насчет конкурса сразу скажу нет. Зачем буду разыгрывать косячное платье? Ну, как бы, фу, это некрасиво. Я еще отзывы даже не писала, потому что я жду ответа с Роспотребнадзора все-таки. Как только мне придет ответ с Роспотребнадзора, чтобы было чем-то подкреплено, может быть, Роспотребнадзора, может, что-то там, какие-то данные, не знаю. Вообще, пока жду ответа, там месяц ждать, это очень долго, конечно. Но придется ждать. Но я, конечно же, вас буду держать в курсе всех новостей. Ходила за хлебом, хлеб взяла светлый, представляете, семенами льна. Потому что в прошлый раз, может, я брала, темный он был, тоже вкусный, но, блин, он светлый. Показывали вам, в процессе была в изготовлении игрушка новогодняя. Она до сих пор еще в процессе, потому что не все так просто. Ее сначала нужно разработать, запрограммировать, да, там, вывести на печать. Это, в общем, очень долго. Вот. Первая у нас немножечко не получилось. Вот. Нам не понравился размер. Вот. Ну, в общем, тут не так все просто, ребята. Взял и сделал. Поэтому как только вот на днях еще раз будем печатать, Лёшка будет печатать, вот потом обязательно покажу. Я еще хочу разрисовать ее, эту игрушку. У нас, кстати, в Бурятии тоже здесь скоро еще один Новый год. Сагалган, по-моему, в конце февраля. Поэтому, слушайте, ну что, я наношу этот пробник на себя уже 3-й раз и кайфую. Вот реально я кайфую от этого аромата. Он такой долгий, то есть он не улетучивается, он не пахнет как-то там противно. В общем, это явно, наверное, оригинал. Вот, но я думаю, что мне на 7 раз еще точно хватит. Так вот расходится. Чем больше я его наношу и вдыхаю, я в него больше влюбляюсь. Аромат просто бомбический. Бомбический. Но все-таки, наверное, это молекула... Просто вторая с черными полосочками бутылек. Вот надо мне будет сходить в Ревгош. У нас один Ревгош в городе. И вот там продается молекула Эксцентрик и молекула 2. Но это любовь. Однозначно. Я такие обожаю ароматы. Нежные такие. Ребята. Ой, такая довольная. Значит, смотрите. Не знаю, предыстория. Была свою сорочку долгожданную. Я ее просто обожаю. Я ее ждала, наверное... Когда она появится на сайте, я говорю, Лёша, если у меня это не будет сорочки просто, я не переживу. Я, кстати, одну вам сорочку этого бренда уже показывала. Как мне нравится качество, ткань, исполнение. В общем, идеально просто.
Вот, на Новый год хотела заказать, но не было моего размера. Спасибо, Лёш, за такой прекрасный подарок. В общем, смотрите, это фирма Le Delis. Это российский бренд. Производитель России, состав 76% хлопок, нейлона 21%, спандекс 3%. Сорочка Vivienne называется. Покажу вам эти все этикеточки. Так все до мелочей продумано. Посмотрите, как красиво. Здесь еще вшивная бирка. Так мило сделано. Мне прям нравится. Ну, конечно, это все будет срезаться, но все равно. Вот все написано. И, значит, сама сорочка. Значит, идут лямочки. Есть такие как бы сборочки на лямочках. Сзади спина открыта, можно сказать, наполовину. Здесь на груди идет завязочка. Очень комфортная ткань, дышащая, не сковывает движения. Я заказала на размер больше, чем я ношу. Вот, это 48 размер. Там читала отзывы, пишут, что на размер больше, если возьмете. Там даже на модели на размер больше надета сорочка. Вот, модель там 44 размера, но у нее по факту 46 размер. Я думаю, закажу-ка 48. Мало ли, что все-таки сорочка, как бы, чтобы комфортно было спать. Все-таки это не платье. Вот. Ткань немножко тянется. Ну, так как здесь в составе есть эластан, чуть-чуть тянется. И вот здесь вот под грудью резинка, она очень комфортная, она не давящая, вот прям идеально. Если бы, наверное, размер меньше взяла, мне кажется, да, даже, ну, хотя навряд ли, но сорочка должна быть свободная все-таки. Вот здесь идет разрез с одной стороны, и здесь кружево. Вот такое вот. Потрясающе смотрится, очень женственно, благородно, изящно. Я не знаю, как еще можно писать такими словами. Воздушно. Вот именно белое белье, белая ночная сорочка, это очень красиво смотрится. Так что вот еще одна сорочка этого бренда у меня. Строчки все прям качественные, вот все здесь выполнено. Давайте я вам покажу. Вот здесь даже кружево как обработано. Вот, посмотрите. Очень советую вам эту сорочку. Я напишу вам артикул, и вы посмотрите, как она смотрится на модели. Сорочка на себе мерить, конечно же, не буду, потому что слишком откровенно. Вот, ну, прозрачно все как бы, ну, такое. Ладно. Ну, не знаю, я не хочу светить себя. Вот, ну, такое. Все, я довольна, даю состернуть и надеть. В общем, красота неимоверная. И еще один подарочек у меня тут лежит. Леша сказал, без меня не открывай. И, в общем, я вскрыла на Озоне пакет с часиками. Ну, я помните, говорила вам, что я заказала смарт-часы. Вторые смарт-часы, потому что первые я заказала, это копия была Apple Watch. Мне не, ну, я читала отзывы, на Ютубе смотрела видео, и все прям так их хвалили почему-то. Я не знаю, по какой причине так прям хвалили. Визуально они были красивые. Классный ремешок, циферблат. Визуально красиво выполнено. Вообще не придерешься. Визуал прям 5 баллов. Вот. Но начинка просто провал. Ну, цена соответствует качеству, мне кажется. Вот. И они пришли, я походила в них 2 дня. Поняла, что это вообще не мое. Батарейка садится быстро, это раз, глючат они иногда периодически, циферблат вылетает почему-то, ну там 300 циферблатов можно загрузить, ну один из 300, он почему-то вылетал, циферблат, шаги считали совершенно неправильно, руку так поднимала до микроволновки, у меня плюс 30 шагов, думаю, прикольно вообще, как так, думаю, нет, но так прям хвалили в отзывах, удивительно, меня почему-то хвалили. Не знаю, для кого-то может быть и норм, но вы же берете не для красоты часы, а для функциональности, для шагов. Я специально даже взяла, надела Артемкины часы, у него Xiaomi Mi Band, не помню, какая модель, 4 у него. И у него лучше считают шаги, чем вот эти, которые у меня были. Я модель подпишу, чтобы вы там, не дай бог, не купили. Не знаю, ну, может быть, мне просто косячные какие-то попались, бракованные, ну, может быть, такой вариант. Вот, и заряжать их каждый день, ну, нет, это не для меня вообще. Я хочу, чтобы надел часы и раз в неделю, например, зарядил их. У меня были до этого Mi Band, Xiaomi Mi Band, не помню, какая модель, может быть, третья была, вторая, может быть. Я проходила в несколько, года два, может быть, год, полтора, не знаю, не помню, врать не буду.
и все, и экранчик отключился. Приложение косячное, шаги мерил, да, нормально все. Но экран просто потух, и сейчас они, не знаю, сами по себе вибрируют. Периодически, если они заряжены, вдруг, ну, вот я заряжала, думаю, проверим, может, заработали. Нет. Несколько раз заряжала, экран не светится, и просто будильник вибрирует. Все, как бы. Думаю, нафиг, надо. К Xiaomi, все, закрытая тема. И потом начала в YouTube искать топ-5 лучших шагомеров, смарт-часов, там, или там смарт-часов с шагом, точно, которые мерят. И вот вылезли у меня Xiaomi Mi Band 7, Huawei вот эти Band 7, это 22 года выпуска, вот эти вот часы. Вот. И я посмотрела обзор. Ну, мне, конечно, не очень нравится, что здесь прямоугольный такой экранчик. Мне больше нравится, как у Apple Watch. Они такие квадратные, более как-то красиво смотрятся. Но думаю, ладно, ремешок розовый, сам циферблат здесь вот розовый корпус, по-моему, пластиковый, не знаю. 2 недели держит заряд вот этот телефон. Ой, телефон, господи. Часы эти. Неплохой такой дизайн, ну, в смысле, ремешок розовенький, еще зеленый и черный вариант. Все замеряет, как бы, все, что нужно. Ну, говорят, что точный шагомер более-менее. Вот. 5 атмосфер написано, погружение в воду, я так понимаю, да? Леша сказал, не открывай ни в коем случае без меня. Здесь даже вот наклейка, я даже не открываю, даже не порываюсь. Вот. Заклеено все. С ним откроем. Вот. 2 недели, ну, нормально, как бы. А то, знаете, поедешь на природу и будешь постоянно мучиться. Телефон заряжать, это заряжать. Тут зарядил, и все, как бы, и работает. Вот. Проверю, конечно, как он работает. Тоже тут циферблаты. Но хотя можно было, знаете, попроще модель купить для шагов, как бы, для пульса. Но тут вообще настраивается даже этот экранчик. Можно добавить что-то, что-то убрать. Уведомления приходят, погоду показывает, тоже, кстати, иногда бывает полезно. Часов вечера показывает, какая температура воздуха, ну и дневная температура. А на тех часах показывал просто температура на сегодняшний день, там 35-37, там плюс или там минус, и все. Что пришел? С какой-то коробочкой. Что купил? Диск купил себе. Давай показывай. Не хватает места. Давай показывай. Резиновая, что ли? Чехол какой-то резиновый? Да, про резиновый чехол. Дваропрочный. Это можно ее ставить, да? Да не надо. Зачем? А как? Снимается или что? А? Снимается чехол или что? Нет. Нет? Сколько терабайт? 2. А дата какая-то. Резина прикольная такая. Ну, походу, снимается, нет? Дизайн. Не, а брод-то не короткий? Блинч нет. Здесь. А чё чёрный-то? А какой, белый, что ли? Ну, белый надо был провод хотя бы. Я думал, в стол спрятать. А, в стол? Ну да, в стол спрячь. Нафиг она будет болтать. Я вообще хочу он туда вот кроутер подцепить, чтобы он на всех домашних устройствах был. Как это? А тут чё, мы файлы через... А там можно так сделать, что ли? Да. Да ладно. Да. Если вот тебе... Кроутер прям подсоединяется? Надо вот закинуть. Берёшь, закидываешь туда и все. Прикольно. Я так думаю. Все. Я что, какие покупки? Потом иди ешь, потом разговариваем. Да, давай, давай. Да нет, давай. Нет, Лёша, там долго. Давай, нет. Ну, ты... Пожалуйста. Нет. Нет, Лёша, давай ты поешь. Я что, сколько ждала, я подожду еще. Поешь потом. Что тут? Все, сейчас Лёша открывать будет. Давай. С мобом его распаковала. Давай, открывай уже быстрее. Тут Лена порывалась мой подарочек распаковать. Да, ну я не это как бы хотела, я просто тебя маленько травила, что я типа сейчас открою без тебя. На. Страшно что-то. Давай, руку мне дай. Ой, да они маленькие, думаю, они вот такие огромные будут, почему-то казалось мне. До 2 недель по зарядке автоматический мониторинг SPO2. Кислорода, что ли? Они розовое золото, по-моему, нет? Угу. Такие маленькие. Я думала, они будут здоровые такие. Так, и что дальше? Зарядник есть? Ой, ну ремешок, ну что такой классный, слушайте. Да, все. Чуть много так этих отверстий, смотри, сделали. Зачем столько отверстий делать? Сделано бы
Еще и здесь отверстие наделали. Зачем здесь отверстие? Вот для чего столько отверстий делать? Ладно. Как это снять? Тут наклейку еще надо. Инструкция нужна тебе? Ну там что-то написано? Да такие маленькие. Так. Как надевать? Че, как включать? Вот. Они, походу, не работают. Вот зарядник. Они не работают, видишь? Ладно, давай-ка я так примерю сначала. Зачем столько отверстий только делать? Понятно. Ну и что было ждать тебе так много времени? Вся я весь власть... день ждал. И она тоже. Ну ничего так смотрится на руке, слушайте. Вот это надо вот снять. Или что, пока не снимать? Пока не снимаю. Я думаю, хоть включу их, они вообще разряжены. Нормально смотрится. Как называется? Вот так называется. Нормально? Да я показала уже все, уже, Леша. Да. Я уже все показала. Ну, маленькие такие. Ну, ничего так на руке смотрится, да? Угу. Что бы все правильно считали бы. И ну, зарядку держали бы хотя бы. Ну, да. Вот этот экран, кстати, лучше там заляпки составались на том. А здесь нормально, здесь лучше экран, чем на тех. Угу. Тебе прям за день отпечаток сразу появлялся. Здесь нету. Это лучший экранчик. Жирных этих следов не остается. А может получше затянуть на одну еще? Да, потом затянем. Как учить? А? Я уже приложение скачала на телефон. Надо, короче, это... О, включилось. О, вибрация пошла. Так, что это? Вау! Ну, неплохо. Ну, тут шрифты другие, красивые здесь шрифты. English, да, смотри. Вау, как классно, слушай, работает. Загрузите, классно, я уже загрузила. Сопряжение надо сделать. Ладно, сейчас сопряжение сделаем, потом подсоединюсь. Слушайте, пока тут обновление идет, сопряжение, видите, 50%. Чего могу сказать по сравнению с теми? Здесь стекло лучше. Отпечатки сильно так не остаются, как на том. Это раз. Во-вторых, здесь зарядка лучше примагничивается. Вот, ну, просто я сравниваю с теми, с которыми сдала. Здесь так хорошо прям примагничивается. Не слетает да, магнит, да, а там прям наоборот, ну, вот такого. Вообще, то есть вот так вот тряси, не тряси, и не отлетает. А там прям приходилось это самое, вот, держать прямо. А ремешки, ремешки более правильно сделаны. Здесь специальные невидимые... Как бы система крепления, если она с этой стороны, на нее нажимаешь, потом только ремешок вытаскивается. Шпингалет типа как будто бы сделан, видите? Да, как шпингалет, сделан? Такой микрошпингалет. Вот, такой. Видите, маленький такой. Вот. Ну, а вот эта вот штучка, это пластик розовый, силикон. А, еще они лучше реагируют, вот так рукой да, просто да, делаешь. Да, при повороте сразу реагируют, те тормозили почему-то. Ну, мне кажется, даже с глупостями сравнивать, либо земля. То как бы копия. Кстати, закос, на 1000 рублей это... дороже, да? На 1200 доплатил. Да. Тебе получается закос какой-то красивый, просто сделан. А iPhone так... Apple Watch, вот, закос под Apple Watch. Да, да, те были закос. Эти сами по себе. Посмотрим, что внутри, конечно, но пока все нравится. Прикольненько. Тоже есть поиск телефона, то есть можно, видимо, либо позвонить, чтобы найти телефон. Либо свет, может быть, будет мигать как-то, не знаю. Сейчас проверим, потом расскажем вам, что там, что к чему. И еще, знаете, почему много так дырочек? Не будет потеть рука. Это очень даже хорошо. И пластик такой более... Какой? Нежный такой. Ну, этот мешок я не вижу. Не, вообще не ощущаются на руке они. Легкие, в принципе, это вес такой нормальный. Легкие. Мне кажется, яркость лучше. Поярче чуть-чуть даже. Ну, с теми, конечно, глупо сравнивать, потому что они не разные. Это не знаю, почему так людям те прям отзывы пишут, что они такие классные. Не знаю, мнение, они что-то не очень зашли. Так, ну все. Сидим тут, циферблаты уже загружаем. Реагируют быстро. Вообще классные. Я сомневалась, кстати, что будет, если длинный экран, будет неудобно. На самом деле текст сразу весь высвечивается, это очень удобно. Вот. И если некоторые выбираешь циферблаты, то рамочка здесь получается по экрану, как объяснить. Ну, так, стойте. Ну, даже вот здесь, если посмотреть, да, то есть не полностью экран задействован, а здесь небольшая рамочка. Вот.
А так работает хорошо. По телефону нельзя говорить. Да, он что-то мне звонил, и мне не получилось ответить. На тех можно было, кстати, отвечать на звонок. Но это как бы не обязательно. Я считаю, что не будешь так сидеть. Ну, так иногда бывает полезно, да? Позвонил, поговорил по часам, и все. Удобно. Иногда бывает полезно. Но не особо это нужно, в принципе-то. Приложение, в принципе, нормальное. Там очень много всего функционала. В общем, классные часики, кстати, мне понравились. Раз, включаются, откликаются хорошо. Шагомер что-то проверил, совпадает все. 4 шага. На 4 шага больше? Ну, 50 шагов сделал. Может, сегодня руками махал просто? Ну, чуть-чуть. Это небольшая, 2% погрешности. Ну, короче, прикольные часики. Советую.